Всем привет, подписчики! У-ху! Как сделать депрессивный хит про Brawl Stars? Не знаю. Но сегодня мы сделаем веселый хит про Brawl Stars за 4 минуты, за 5 и за 10. Я делал бит про Brawl Stars 1:45 минут. Как видите, я потратил свою жизнь впустую. Ничего не снялось. Ну ладно, там 1:45. Вот, видите? Поэтому поставьте лайк, подпишитесь, и мы начинаем. Так, мне показалось веселой идеей сделать бит про Brawl Stars. Не знаю почему, но это очень весело. И я взял вот такой вот сэмпл. Давайте его послушаем. Это звук, когда ты, там, не знаю, забиваешь гол, что-то такое, связанное с броу-боум. Боже, чел. И давайте вообще послушаем наши звуки, которых в этот раз вообще почти нет. Целых 4. Вот такой вот бас. Вот такой вот у нас звук, хай-хэт и кик. И еще клэп, вот такой вот. Все, звуков больше нет. Давайте послушаем. Вообще, зачем я это сделал? Я изменил немножечко темп. У нас 135 BPM. Сделал вот такую вот штуку. Цепь на шее, кольт, выбрал гемы. И получается у нас вот такая вот штука. И потом там еще добавляется хай-хэт. Вот такой вот. Смотрите, очень просто бит бешеный. Не страшно было, да? Блин. Получается вот такой вот бит. Уже качается, слышите, подписчики? Мы просто добавляем бас, добавляем вступление, и бит готов. Сейчас я расскажу, как я обрабатывал мастер-канал, какими плагинами я пользовался, как я делал эквализацию. Ну а теперь, когда все нормальные люди вышли, я скажу, переходите в мой паблик с битами. Ссылка в описании. Ладно, я пошутил, ребята. Если вам понравился бит, поставьте лайк, и я запишу депрессивный хит про Brawl Stars, пока его не заблокировали, потому что очень страшно. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Да, люди отпишутся, то есть. Ну все. Ну все.